Лучший учитель Мурманской области живет в Апатитах. Педагог истории и обществознания из 15-й школы Павел Волков стал победителем регионального этапа конкурса «Учитель года». Для того, чтобы видеть тему урока, нам нужно было прочитать стихотворение. Спасибо, Виталий. О чем оно? О природе. Причем не просто о природе, это стихотворение нашего с вами земляка, который открыл окошко одним апрельским утром, увидел всю красоту и написал вот это. Вот так легко и творчески проводит уроки учитель Павел Волков. Он преподает историю и обществознание для ребят 5, 6 и 7 классов. По образованию Павел социолог, но 5 лет назад решил попробовать себя в педагогике. Признается, вначале мало что получалось, но со временем выработал свой стиль. Говорит, сейчас детям нужно больше интерактива и, конечно же, главное найти общий язык. Должны быть такие, не то чтобы партнерские отношения, понимающие отношения. Они понимают, что ты учитель все-таки, там, раз, но у вас должна отсутствовать такой... грань, этот барьер между того, что я учитель, и, соответственно, со мной так молчать, слушать и ничего не говорить. У них у каждого есть свое мнение, я хочу его услышать. Победа Павла в региональном конкурсе – заслуга всей школы. Ведь в наставлении учителя принимали участие более опытные коллеги и руководство. И эти усилия не пропали даром. Несмотря на свой небольшой педагогический опыт, Павла Сергеевича коллеги уважают за новаторство и гибкость в подходах к обучению школьников. Несмотря на его молодость, на его небольшой стаж, он во многом учит и нас. Это тоже важно, понимаете? Потому что он ищет, он... ну, он увлечен. Он увлечен, ему это нравится. А, как говорится, только увлеченный увлечет, и только убежденный убедит. Это прописная истина. Осенью Павел Волков представит Мурманскую область в финале всероссийского конкурса «Учитель года», который состоится в Грозном. Желаем апатичанину удачи!